6 июня 2021 года. Сегодня на рынке я приобрела саженцы клубники фестивальной. Улучшенный сорт. Покупала у женщины-агронома, которая занимается этим. Я у нее также покупала пион бордела желтый. Не разочарована, поэтому доверяю ее выбору. Этот сорт скороспелый, зимостойкий. Вот всего 3 кустика у нее осталось. Буду разводить ее. Конечно, вот эти плодоножки я уберу, удалю, чтобы она лучше прижилась. И будем ждать урожая в следующем году.